Всем приветики! Сегодня у нас с вами новый фон 2020, обновление YouTube. Мы больше не будем с вами сидеть в гардеробной, потому что гардеробную я перестроила, и снимать там теперь абсолютно невозможно. Мистер Год, конечно, расстроен, что теперь он не будет звездой YouTube, но он будет звездой моих сторис в Инстаграме, поэтому подписывайтесь на Инстаграм и следите за жизнью самого клевого приютского кота там. Что сегодня? Сегодня мы с вами будем говорить о путешествиях, о том, как путешествовать классно, весело, задорно, и как в этом помогает Крыгинобокс, конечно же, потому что тема Крыгинобокс путешествия, она уже у нас неоднократно была. Коробочка с набором всяких классных штук, которые помогают в путешествии. Идем открывать коробку и знакомиться с тем, как собирать свой клевый набор в путешествие. Что там должно обязательно быть на примере продуктов из Крыгинобокс. Карточка, газета, фотка, я в Нью-Йорке. Тут у нас перечень, список всех продуктов, по которым мы, собственно, сейчас и пойдем. Продукт number one сразу полноразмерный и из категории от себя тинка, от меня тинка. Это лип маск Крыгина Косметикс. Продукт, без которого путешествие точно не будет вам так приятно, как с ним. А я возьму свой, покажу вам, у меня уже открытый. Мой день вообще без липмаск не обходится. А что это за продукт? Это очень сильно питательная маска, бальзам для губ. Вы можете использовать просто как бальзам. Ой, как я сейчас нанесу сверху. Но самое классное действие этого продукта, когда нужно очень сильно интенсивное питание для кожи губ. Кожа губ в путешествиях очень сильно сохнет. Почему? Потому что самолеты, переезды, это все сушит кожу губ. Вы больше гуляете, они обветриваются. Плюс другая вода, они обезвоживаются, как и вся, в принципе, кожа от новой воды. И, в общем, губы всегда подвержены особой атаке. И чтобы у вас губы не сохли, я рекомендую вам что сделать. Наносить этот продукт как маску на ночь. И даже если есть какие-то обветренные участки, например, очень сильно стали сохнуть локти или кутикулы, или вот здесь какие-то обветрившиеся участки появились, вот именно обветрившиеся, то тоже можно нанести. Причем на ночь. Если вы толстым слоем положите эту маску и прям так вечером походите и также пойдете спать, то у вас на следующий день будут просто новые губы. И в качестве просто увлажняющего средства, которым вы будете постоянно подмазываться в течение дня, липмаск тоже прям будет вам незаменимо. Что еще нужно знать про липмаск? А, ну это средство для самолета, обязательно. Обязательно тюбик липмаск должен лежать у вас в самолетной косметичке, чтобы нанести как маску на весь полет, когда воздух особенно сухой, и также нанести на кутикулу, чтобы она не пересыхала, чтобы маникюр ваш не портился. Еще раз напоминаю, что в коробочке полноразмерный был продукт. Дальше идем. Еще один полноразмерный продукт из линейки Mezzalux. Это антистресс-концентрат для кожи. Все в названии этого хорошо. И люкс, и концентрат, и антистресс. Все подходит нам для путешествия. Симпатично очень упакован. Розовое золото. Шикарно. Несмотря на то, что это полноразмерный продукт, здесь небольшой объем, который вы можете даже взять с собой на борт самолета, потому что это концентрат. Здесь 15 мл, если что. Много его не надо. Полупрозрачная гелевая текстура, которая устраняет последствия стресса. Тонизирует кожу, смягчает ее и следы усталости просто буквально стирает. На ручки распределили и вот таким вот движением перед кремом нанесли. Чик-чик-чик. Особенно эффективно, если это очищенная кожа утром и вечером перед кремом. Если у вас кожа не очень сухая, вы, в принципе, этим средством можете ограничиться, взять его и использовать его как увлажняющее средство для ежедневного, ежеутреннего, ежевечернего ухода. Также можно наносить на зону вокруг глаз. Он стирает следы усталости с лица и вот этот серый цвет лица, который может появиться, делает таким более свежим. Вы прямо видите, что кожа начинает буквально сиять и очень хорошо ложится на него макияж. Нам почему это важно? Потому что опять самолеты, поезда, все эти дальние переезды очень сушат кожу и очень она такая вся потом выглядит помятая. Вот чтобы это исправить, нужно средство концентрированного действия. Вот в эту категорию у нас попадает этот концентрат. Идем дальше. Сухой шампунь. Здесь очень классный объем для путешествия. Это Authentic Beauty Concept.
Здесь 100 миллилитров, то есть вы с вот таким вот лицом можете заходить с ним на борт самолета, но имейте в виду, некоторые авиакомпании против аэрозолей на борту, какого бы объема они ни были, поэтому уточните на сайте авиакомпании заранее. Но в любом случае в путешествии обязательно нужен сухой шампунь. Я не знаю, что должно со мной произойти, в каком бреду я должна проснуться и начать собираться в путешествие, чтобы я не взяла сухой шампунь. Я их беру с собой 2, 3, 4, неважно, куда я еду и насколько. Потому что волосы реально пачкаются очень быстро в путешествиях. Зайдешь в самолет с укладкой, выйдешь без. Это вот нормальная практика. Не знаю, почему волосы так быстро пачкаются. Может, трогаешь их чаще. И, в принципе, вот эта вся грязь общественных мест побыстро попадает на волосы. Но факт остается фактом. Плюс, не очень я люблю мыть каждый день голову. В принципе. А во-вторых, очень не хочу мыть волосы каждый день, когда у меня в путешествии каждая минута на счету. И поэтому у меня всегда выручает сухой шампунь. Сухой шампунь, он не для того, чтобы грязную голову запрыскивать. Очень важно понимать, что он освежающий, дает эффект, эффект рассыпчатого волоса и позволяет вам мыть голову через день. Плюс это хорошее средство для объема волос. И вот такой вот бутылочки 100 мл в целом на среднестатистическое 5-дневное путешествие вам хватит. Я вот бы сразу огромный взяла. Ну как огромный, 250 мл. Вполне стандартный объем, а маленький в придачу, чтобы в сумочке с собой таскать. Очень красивый дизайн у Authentic Beauty Concept. Смотрите, красивый беж, черные лаконичные шрифты. Прям очень мне нравится, как выглядит с точки зрения самой эстетики эти продукты. Плюс они еще и эффективны. Очень комфортный сухой шампунь без белого налета. И легкий цветочный аромат, что тоже приятно. Наносить не вот так, как вот сейчас бы у меня волосы лежали. Вот так. Прыскать, ну, лучше, чем ничего, но в целом бесполезно. Лучше поднять вот такими вот длинными проборами, пшикнуть в корень. Обратите внимание, что движение-то у меня отрывистое. Вот так не очень эффективно. А встряхнуть и вот так маленькими отрывистыми движениями более эффективно, потому что пудровая основа сухого шампуня, а там рисовый крахмал, лучше распределяется. И здесь вот именно рассыпчатость волос, тот самый главный эффект, да, когда они выглядят очень-очень свежими, как будто бы их только помыли и уложили. Вот если вы суперпутешественник, который любит вот приехать в Грецию, допустим, и не на пляже лежать, а Парфенон весь исследовать пыльный, то вам сухой шампунь, конечно, нужен будет обязательно. Двигаемся дальше. У нас флюид для снятия макияжа 3 в 1. Это Avène. На основе термальной воды, конечно же. И здесь очень важно, почему нам нужен подобный продукт в коробке путешествия и вообще в наборе для путешествия. Потому что он снимает макияж и очищает кожу очень деликатно и подходит для чувствительной кожи. А в путешествиях даже нечувствительная кожа часто таковой становится. Из-за воды, еды, интенсивного графика, усталости, перелетов, всего чего угодно, совокупность факторов влияет на то, что кожа начинает реагировать негативно. У него полноразмерная банка очень большая, путешествие классно брать маленькую. И в чем главное это фишки? Это, по сути, молочко. Да? То есть это такой молочный флюид. Вы наносите его пальцами, хорошенько размазываете, берите его щедро и обильно. Тынц-тынц-тынц-тынц-тынц. Смываете все, включая даже глаза. Легкими такими массирующими движениями пробегаетесь по коже. Следите за тем, чтобы вы видели средство на поверхности, потому что оно ни в коем случае не должно впитываться как крем. На крем похоже по текстуре, но это не крем. Это очищающее средство, оно должно работать исключительно на поверхности, поэтому его должно быть много. Короче, пальчиками помассировали, ватные диски взяли и просто удалили средство вместе со всем вашим макияжем. Далее смывать его не обязательно. Чувствуете дискомфорт без вот этого ощущения воды? Ну, мойтесь. А лучше возьмите термальную воду, спрысните и протрите личико полотенцем. Но в целом я не вижу смысла умывания, потому что вы и так хорошо очистили кожу, и она у вас увлажненная, напитанная, наносите следом тоник, крем, там все такое, маску. И вы благодаря этому не будете подвергать кожу всякому лишнему воздействию типа воды. Не той воды, к которой кожа привыкла, другой воды. И средство у вас просто будет эффективнее, потому что наслоение увлажнителей будет, конечно, давать разглаживающий, напитывающий эффект для кожи. Маленькая зубная пасточка. Это Марвис. Марвис хорошенькие, по дизайну приятные. Это мягкая, полирующая, отбеливающая зубная паста с мятным вкусом, ароматом.
путешествиях самый кайф брать с собой что-нибудь такое клевое и маленькое. Полноразмерно выглядит вот так. Марвис уже не первый раз участвует у нас в коробке, с брендом вы знакомы, но просто хочу обратить еще раз ваше внимание, потому что действительно очень классные, очень мягкие, не травмирующие эмаль, отбеливающие пасты, завоевавшие огромную популярность по всему миру. Это, наверное, такая зубная паста номер один среди тех, кто понимает, потому что все-таки, ну, не массовый продукт. Обязательно рекомендую попробовать, потому что зубы, знаете, наше все. Макияж наносится и смывается, а вот зубы какие есть, переделать потом уже будет долго, дорого и больно. Поэтому за зубами надо следить. Make Up Forever. Маленькая тушь. Маленькая, да удаленькая. Это одна из моих самых любимых продуктов для ресниц. Вот такая миниатюра. Сейчас прям пойдет ко мне в косметичку с оригинальной щеточкой. Давайте покажу полноразмерно, как выглядит эта тушь. Я в один маленький косметик про нее писала. Очень красивая упаковка. Она как такая, как будто алюминиевая. Не алюминиевая, конечно, но просто выглядит так. У нее небольшая щеточка, но она прям с эффектом наращивания ресниц. Вот ей наносишь, она круто приподнимает. Ее формула быстро фиксирует ресницы, как каркас. Делает ресницы очень яркие. В несколько движений. Прям хочется даже сейчас еще сверху накрасить. Она еще и круто разделяет ресницы. И если хорошо загнать ее в межресничное пространство, что я всегда рекомендую делать, она будет создавать эффект межресничной обводки, потому что она очень плотная по цвету. Сразу будут яркие глаза. Плюс сама щеточка небольшая и очень такая, знаете, маневренная. Вы можете со всех сторон подобраться к ресничкам и очень хорошо прокрасить прям каждую ресничку, вытянуть, разложить прям веером. И легко смывается, смывается теплой водой, вообще без проблем. Это очень круто в путешествиях, когда не нужно тащить отдельное средство для снятия макияжа с глаз. Знаете, вот когда тушь настолько яркая, она может быть там замечательная, но она, если тяжело смывается, в путешествии это будет катастрофа. Это 100% будет вам дискомфорт, потому что вы будете тереть эти глаза, слизистая будет раздражаться, будете испытывать массу дискомфорта. Если у вас тушь, которая смывается водой, при этом дает вам супер объемный эффект, эффект ярких ресниц, это идеальный вариант для путешествия. В любом случае, у нас есть средства для снятия макияжа, которые смывают и все лицо смывает, макияж с лица смывает и глаза. Вот такой малышки вам хватит на одно путешествие, здесь 1,5 миллилитра. 1,5 миллилитра в целом для туши это тоже много, но из-за того, что она такая маленькая и щеточка по сути составляет весь тюбик, она достаточно быстро расходуется. На путешествие, чтобы попробовать сделать выводы, влюбиться 100%. С какими еще проблемами мы с вами сталкиваемся в путешествии? Помимо того, что все время садится iPhone, когда много фоткаешь. Кожа сохнет, по всему телу нужен хороший бальзам. Вот он у вас здесь будет в коробочке. -417. Бренд, ну, естественно, -417, мы так чисто по-свойски -417 будем его назвать. Лосьон для кожи на основе мертвого моря. Не мертвого моря, минералов мертвого моря. Полноразмерно боть, но мне очень нравится, эта малышка идеально для путешествия. Очень удобный формат, 55 мл вымазал на себя за путешествие, счастлив, доволен, рад. При этом это очень хороший увлажняющий лосьон, реально, там и масло виноградных косточек, иланг-иланга почувствовал. Там вообще целое просто какой-то коктейль. Действительно, кожа очень хорошо увлажняется, не сушит в течение дня. После ванны или душа наносите, и прямо она такая бархатная, гладенькая становится. Для путешествия идеально. Дальше идем. У нас продукт для красоты кожи, молодости и для того, чтобы она была ровненькая и прям как наливное яблочко сияло. Это концентрат молодости с эффектом детокса. Это Ифраше. Полноразмерно выглядит вот так. Обожаю эту линейку зеленую за аромат и за эффективность. Вы уже видели несколько продуктов, я вам из этой линии показывала. Они участвовали и в коробке, они были в новый день, новая маска. Потому что офигительная очищающая маска в этой линии. Имейте в виду. Но здесь мы будем говорить про вот этот дневной уход. Это в целом продукт, который не обязательно наносить только с утра или только вечером. В любой момент, в любой непонятной ситуации делайте вот так и наносите его на кожу. У этого средства текстура как у воды, видите? Он как капельки. Вот.
кити. И поэтому средство очень быстро впитывается и вообще неощутимо на коже. То есть просто кожа буквально его как коктейль выпивает, наполняется, расправляется вот эти мелкие складочки. Вот она такая вся прям, ну вот как вот реально, как яблочко наливное становится. И это в целом касается не только путешествия. Я считаю, что такая штука должна у каждой девушки быть, чтобы в течение дня наносить на кожу, если вы работаете при очень сильном отоплении в офисе, или мало свежего воздуха, или стрессовая, в принципе, среда, не знаю, что угодно, да? В любой непонятной ситуации наносите этот концентрат, вы увидите, как у вас кожа просто прям... Весна начнется у вашей кожи. Плюс у него защитных много факторов. Он защищает от окружающей среды, как таким защитным барьером служит для вашей кожи. Еще один полноразмерный продукт – это Excellence Moscow. Это продукт для зоны вокруг глаз. Что происходит в путешествии с зоной вокруг глаз? Мешки под глазами, темные круги, морщинки, выглядим не свежо. Вот такой концентрат. Он светло, такого нежно-розового цвета. При этом он не имеет, по сути, оттенка, но подсвечивающий эффект от него есть. Его необходимо как крем наносить на зону подглазного пространства перед консилером. Или, кстати, если у вас не сильные темные круги, можете и вместо него. Он мгновенно дает сияние этой зоне. Видите? Вот в этой зоне он нанесен. Видите, как красиво он там переливается. Подсвечивает, выравнивает. Я рекомендую наносить еще вот сюда, где носогубные складки, или в уголки губ, где вы хотите подсветить. Над верхней губой тоже очень красиво. Даже если вы не краситесь, вы можете немножко его нанести как хайлайтер. У него этого сияния практически нет. Никто не отличит, что вы там как-то доработали эту зону. Но самое, конечно, классное, это подсветка зоны подглазного пространства. Во-первых, благодаря текстуре увлажняющей, эта зона просто расправляется, консилер ложится ровнее, не скатывается, не собирается в складочки. И вы сразу выглядите мгновенно свежо. Вот прям мгновенно. А еще в целом хочу отметить Excellence Moscow, потому что это российский производитель, и это очень крутой бренд, который аналогов в мире не имеет. Я проходила полностью курс, вот прям всю-всю-всю линию, и я хочу сказать, что это очень эффективно. И у Excellence разработки свои, запатентованные комплексы. Вот здесь, например, запатентованный белково-пептидный комплекс. И очень прям гордость берет за такие продукты и за такие бренды, которые поднимают уровень российского производства на совершенно новый. Elemis. Масочка. Вы уже видели ее в новый день, новая маска. Это суперфуд линейка, это Berry Boost маска. Маска на основе ягод, заряжающая энергией, такая прям бодрящая, быстро тонизирующая кожу, улучшающая цвет лица. И основная ее функция — это очищение и сияние. Полноразмерно вот так она выглядит. Вот если я вот так сделаю, то, наверное, вы вспомните фотографию из новый день, новая маска у меня в инстаграме. В общем, суть какая? У нее в составе фиолетовая бразильская глина, которая очень мягкая, она практически не застывает, очень мягко очищает поры, полирует кожный покров. И плюс масла семян черной смородины и черники, которые матируют кожу, но не делают ее тусклой, и балансируют выделение кожного жира. Что часто происходит в путешествиях? Кожа такая, опачки, что-то поменялось, я была не готова, верните все обратно. И она начинает немножко так бастовать. А как эта забастовка проявляется? Она становится резко жирная или резко сухая, появляются прыщи, шелушения, то есть и все это причем может быть одновременно. И вот это как раз-таки балансирующая маска, очень мягкая, которая поможет очистить поры, которые неизбежно загрязняются в путешествиях. Вот всегда зайдешь без прыща, выйдешь с прыщом с поезда или самолета. А во-вторых, она успокаивает кожу и балансирует, дает нормализующий эффект для кожи. А в нанесении очень простая. Нанести на 10 минут, подержать, смыть. Смывать можно массажными действиями. При этом у вас еще будет классное настроение, потому что она очень вкусно пахнет прям летом. Очень мягкая кремовая основа с глиной и кусочки ягод, которые во время того, как вы будете смывать маску, дополнительно отшелушит вам кожу. Далее идем. Очень маленький, но очень интенсивный крем для рук и тела, в принципе. Здесь один из 4 ароматов. Это бренд Эми. Вот у меня, например, First Lady. Это тоже русские ребята.
прикольный очень. И очень удобный формат. Вот вам такой крем взять с собой. Очень удобно будет и в самолет, чтобы руки мазать. И в целом использовать его как крем для тела в путешествии. Он очень густой и очень интенсивный. При этом это еще продукт все-таки про настроение, потому что у него обволакивающие такие парфюмерные отдушки. Очень солнечные. Они прям вот радостью какой-то пахнут, эти кремы. Что в путешествии, согласитесь, очень важно, потому что атмосфера имеет значение. Здесь достаточно интенсивный состав. Масло ши, алоэ вера. Все, короче говоря, друзья кожи и знаменитые увлажняющие компоненты собраны в одном креме. Упаковка 30 мл, очень удобная для путешествий, для того, чтобы таскать в сумочке и быстренько увлажнить руки после мытья в любом месте, где бы вы ни были. Еще немного про снятие макияжа. Сефора. Это салфетка для снятия макияжа с очень хорошим очищающим для пор эффектом и с углем. Компактность этой упаковки подкупает, потому что это очень удобно в путешествии. Моносалфетка, которая быстро смоет любой, даже самый стойкий макияж. Но также и полноразмерная версия тоже подкупает, потому что это очень удобно для путешествий, когда у вас есть упаковка салфеток, которая смывает вам мейк. Салфеточки с одной стороны очень мягкие, а с другой с отшелушивающим покрытием. Я вам рекомендую сначала мягко протереть, чуть-чуть размягчить верхний слой, потом отшелушивающий протереть и еще раз мягко, чтобы заполировать. Если у вас нет вот прям суперстойкого какого-то яркого мейка, а типа вот макияж, как у меня, то в целом одной салфеткой смоете весь мейк. Важно, если у вас полноразмерная упаковка, плотно закрывать ее, чтобы не улетучивалась, не испарялась жидкость, которая пропитывает эти салфетки, благодаря которым, собственно, они мейк-то вам и снимают. Далее еще один лотерейный билетик, лотерейный продуктик в Крыгина Бокс. Это Киллиан, один из трех ароматов. Мне попалась принцесс, еще есть бойс и еще есть адалт. Но я принцесса, вот моя корона. Аромат почему в коробочке путешествия? Потому что, как я сказала, атмосфера имеет огромное значение. Очень часто у меня путешествия запоминаются ароматами. Запоминаются вот всеми этими продуктами, которые создавали какой-то букет ароматный в моей косметичке, или ароматами города. И очень важно, какой вы берете с собой аромат, потому что всегда потом, когда вы будете его распылять на себя или рядом, или где-то услышите его, вы будете снова погружаться в это путешествие. Вы просто мгновенно будете оказываться в том месте, где-нибудь в маленькой кафешке в Париже, где вас сопровождал этот аромат. И это очень круто, и это прям мой любимый скилл, как сделать любое путешествие незабываемым. Нужен аромат. И здесь очень классное сочетание, вот конкретно в Princess, это ноты зеленого чая и зефира. И он одновременно и сладкий, и потом раскрывается как свежий, и такой немножко таинственный вуаль за собой несет. Я бы с этим ароматом поехала в Париж. Помимо атмосферы, в путешествиях нам необходимы, скажем так, гигиенически важные штучки. Вот, например, следующий продукт, пока его распаковываю, вам про него расскажу. Это антисептический гель в очень клевой упаковке. Это жидкий гель, в нем наночастицы серебра. Это Эволют. Очень удобен своей компактностью, не разливается, не портит вещи, при этом как водичка распределяется на руки, размазывайте и готово. Нет вот этого неприятного запаха спирта, нет сухости кожи. Очень нейтральный сам по себе продукт, при этом дает хорошее очищающее антибактериальное действие. В путешествиях вы никогда не знаете, кто тут что трогал до вас. И, в общем, всегда хорошо иметь с собой такой антибактериальный гель. Ну и патчики, конечно же, зоны подглазного пространства всегда нуждаются в дополнительном уходе. Здесь полноразмерный мини-продукт, это патч Herbarian. У нас два варианта их в коробке. Вот у меня с глоу-эффектом. Обожаю его, потому что он дополнительно подсвечивает и создает эффект рассеивающий свет и отражающий. И очень классно после него сразу расправляется кожа подглазного пространства, становится более ровной. Можно, кстати, на подглазное пространство, можно их на носогубки наносить или сюда, как угодно, потому что патчи достаточно большие, мягкие, они плотно прилегают, при этом не приклеиваются, а именно вот как разложили, так и будут лежать. Пропитаны сывороткой, также лежащий в основе Glow Cream известного продукта Herbarian и всех продуктов этой линейки. Здесь еще на попробовать CCI, это CC крем для подглазного пространства. В паре они будут работать особенно эффективно. Короче, друзья, я не знаю, сколько раз я полетала в 2019 году. Очень много. И думаю, что в 2020 году полетаю еще больше. И хочу сказать вот что. Путешествовать клево, классно. Это вы и без меня знаете, но если вы сделаете это для себя комфортным, вы
вы себе классных, насыщенных дней в путешествии вырубите больше, потому что у вас не будет адаптационного периода, вы будете легче переносить новую воду, еду и так далее, если правильно подготовитесь. И вот мы с вами разобрали бьюти-средства, а я вам рекомендую еще озадачиться и, может быть, сама сделаю для вас какой-то обзор, подборочку. В общем, озадачиться продуктами, которые будут помогать вам лучше спать, лучше переваривать новую еду, быть бодрее, быть веселее и кайфовать. Каждую минуту в путешествии, не сидеть в отеле, не чувствовать себя уставшим, а быстрее бежать, исследовать мир, потому что он слишком интересный, чтобы сидеть в номере. Вот, всех целую, всем пока, и будем в новом месте с вами чаще встречаться.